Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лол. Это мои 5 куколок Лол Сюрприз из вот таких шариков серии Movie Magic. Главная куколка на картинке. Она мне попалась в прошлом видео, когда я открывала 5 шариков. Ссылку на это видео я оставлю в описании и вот тут в уголочке. Продолжу вместе с вами собирать коллекцию. У меня в посылке пришли еще 3 шарика. И я очень надеюсь, что здесь еще 3 новые куколки. Шарики я, конечно, взвешивала, и об этом расскажу чуть позже. Тянем за молнию на первом шаре. У моих прошлых шариков подсказка была на 2 языках. Здесь же только один. Читаем надписи: счастливый, жуткий. После второй молнии я могу открыть шарик. Вот все сюрпризы, вкладыш серии. В этой коллекции 12 ярких куколок, 2 из них редкие и 1 ультраредкая. У этой куколки попались целиком очки, в остальных шариках очки были разделены на половинки. На карточке нарисована звездочка и фотоаппарат. С обратной стороны экран, на который мы надеваем слайд. Тут нарисован симпатичный щенок с розовыми волосами, который снимает на фотоаппарат. Что же в сюрпризах? О, тут целых 2 платья. Одно платье розовое с голубым рисунком, с полосатой розово-голубой опушкой по нижнему краю. Второе же это оказалось не платьице, а розовое флакированное пальтишко с синим поясом. Синие очки в розовой оправе, розовая бутылочка с синим рисунком, такой же рисунок на платье куколки, синие туфельки. Значит, в этом синем пакетике находится куколка, которую зовут Breakout Star, что переводится «Звезда прорыва». У нее ярко-синие глаза, подведены розовыми тенями, ее желтые волосы собраны в каре, на голове цветной ободок или повязка, а в ушках маленькие сережки по форме напоминающие цветочки. Что будет, если мы опустим ее в холодную воду? Появляется звездочка на щечке и появляется розовый купальник в синий горох, и на нем пояс. Куколка в платьице. В очках куколка нарисована на вкладыше. Сверху ей можно еще надеть пальтишко. Ой, мне кажется, пальтишко, наверное, нужно одевать отдельно. Или это такое меховое платье, просто сзади оно не сходится. Да, похоже, что у нее просто 2 разных костюмчика, которые можно чередовать. Переходим ко второму шарику. Мне, кстати, еще не попались 2 редкие куколки. Этот шарик тоже синий, а значит, тут не редкая куколка. Прочитаем подсказку. Глупый, волнующий. Еще молния. В прошлый раз мне попадалось много розовых шариков, в этот одни синие. Ну а в сюрпризах нас ждет половинка от очков с красной линзой. На картинке гламур и переворачиваем. Бах! На слайде черно-белая картинка с куколкой, а нас ждут сюрпризы. Это беленькое сердечко нужно для того, чтобы соединить 2 половинки очков. Красивая бронзовая кружечка, очень красивый леопардовый рисунок. Коричневые туфельки тоже на ремешке. Золотистый парик с волосами. Точно такой же ободок и прическа, как у только что попавшейся мне куколки. А тут, похоже, тоже 2 платья. Розовая полосатая пижама с шортиками и домашний голубой халатик. Коричневое платье с леопардовым рисунком. И мне кажется, что эти платья очень похожи друг на друга. Все, что мы нашли в пакетиках сюрпризов, говорит о том, что эту куколку зовут Stunt Double. Ее имя переводится как дублер. Вот и она. С темно-карими глазами, коричневыми короткими волосами, у нее очень бледными розовыми тенями подведены глаза, губы тоже коричневого оттенка, и в ушках точно такие же сережки, как и у предыдущей куколки, только коричневые. В холодной воде верхняя часть купальника сине-голубая, а нижняя розовая. Рисунок на купальнике напоминает кинопленку. Может быть, в халатике куколка отдыхает между съемками, а потом надевает парик и платье и становится дублером в фильме. Посмотрите, как похожи. И мне так повезло, что эти куколки попались в 2 соседних шариках. Ну что ж, 3 шарик. Еще одна красивая куколка. Вот тут шарик фиолетовый, а значит, куколка мне попадется редкая. Блестящий, глючный. Пам-парам.
Скорее заглянем в сюрпризы. Красная половинка очков. На картинке нарисована ракета и робот. А на слайде куколка DanceBot под ультрафиолетом, когда светятся ее микросхемки. Скорее открываем сюрпризы. Желтый блестящий плащ, желтая кружечка с блестящей звездой и надписью, блестящий золотой комбинезон, блестящие золотые сандали, блестящая шляпка, вся золотая на резиночке, желтый телевизор, синематик, на котором написано «Пожалуйста, будьте наготове», две смешные антенки наверху. По этой золотой шляпке сразу стало понятно, что куколку зовут BB-707, и она тоже вся золотая, у нее золотые тени, золотая помада на губах, золотые волосы, убраны в два пучка, на ней золотой купальник, а на теле куча разных микросхем, золотых, синих и розовых. Похоже, что это куколка-робот. В холодной воде на купальнике проступил рисунок клеточки. Впереди они зеленого оттенка, а сзади оранжевого. Я одела куколку, и пока я ее одевала, она меня тоже очень щедро наградила своими блестками. Куколка симпатичная, но я недолюбливаю, когда куколки Лол оформлены блестками. Вы можете мне тоже об этом написать в комментариях. Для коллекционеров я, как обычно, приготовила вкладыш с весом шариков. Шарик с куколкой BB-707 весил 178 грамм. Шарик с куколкой Breakout Star 157, Stunt Double 163 грамма. А это значит, что мне осталось найти всего 4 куколки. Я, как только получила шарики, сразу решила поделиться с вами видео. И надеюсь, что в одном из следующих видео я вам покажу уже полную коллекцию из 12 кукол. Не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!